Вай. Доброе утро. Доброе утро, Васек. Вставай, нам в больничку надо, дочь. Ну, посплю, врач-то уйдет, ждать не будет. Давай я тебе чаек уже с сухариком сделал, как ты любишь. Давай, давай, тягушки, тягушки, тягушки. Поладочка. Полада. Ты такое вчера хотела. Угу. Тебе сейчас хочешь? Ну иди. Мои цыплятки, цыпцы, мои косатки, мои пушистые комочки.
моих маленьких цыплят. Я похлопка курица, их вожу на улицу. Я учу цыплят клевать, селезенышки искать. Очень шустрые они, а пищат все. Пи-пи-пи, веселые цыпляки, зная маму, слушать надо, чтобы от мамы не отстать, будет дядюшка в шагах. Цыпляка это и не сам, и тогда уже стебнем. Почему 8 марта солнце ярко светит? Потому что наши мамы лучше всех на свете. Пригласили в гости к нам, мы и бабушек, и мам. Большого счастья и здоровья. Мадуши, желаю вам. Пусть этот день чудесный, снежный, запомнится как самый нежный, как самый радостный и милый, веселый, добрый и красивый. Поздравления вы наши примите, выступление детей посмотрите. Животик. Ничего-то не получается. Ой. Где хоть лопать-то? Ты кролик. Хотела кролик. Масик. Мася. Чисто.
под место под кроватку. Мася. Идет, идет, идет. Все, пришла. Пришла к маме. К маме пришла. Нет, к нам. Ну и к нам пришла, да. Ну, сейчас она сама ляжет. Зачем ты ее так тискаешь? Она тебя укусит? Ей нравится, когда как медведя гладит. Вот так вот. Ух. Наш, когда... Наш медведка наша. Вот, когда ее зуркала собака, она злится иначе. Знаешь это? Читай. Зажигает фонари за окном. Сядь со мной, поговори перед сном. У тебя я не стою, над душой я все жду. Все молчу, как большой. Дальше. Целый вечер ты со мной не была. У тебя все дела, да дела. Сядь со мной, поговори перед сном. Погляди на фонари за окном. Сейчас я налью. Мать не наливала в голову, когда я была мать. Вкусно. Ну, тут